Так, снимаю мамины цветы. Тут, значит, у нее спатифилиум. По-немецки говори, чтобы Да. русский перевод сразу. Это, значит, у нас бамбук. Это мы, кстати, ей подарили на этот юбилей. С того времени, видимо, цветет. Тут, значит, какой-то... Что такое? А! Какой-то, наверное, это перец. Ну, это значит фэншуй у нее красивый. Тут, значит, они в хоре поют. Пусть поют. А, тут папа у нас. Нет, это не папа делал. Это кто другой делал. Тут она выращивает фиалки. За окном февраль. Вон, смотрите, снег кружится. Вот такая красивая фиалка. У нее, ну, свет идет, не знаю, как снимется. Какая-то сортовая. Ну, вот у нее цветет это из кактусовых. Молочай, по-моему, называют. Ой. Так, что еще тут по дороге рядом? Так, вот это у нас какое-то лиановидное. Тут засадили какого-то страшного и ужасного крокодила. Это циперус. Ну, кот не жрет вроде циперс, но у меня циперс намного красивее. Что-то он какой-то тут дохловатый. Поливать мало. Это замиокулькас. Ну, хорошо развивается. Я, по-моему, ей дарила. Это, значит, спатифилиум. Видите, пальма цветет. Пальма цветет. Молодец, значит, ей все нравится здесь. Вот это такое смешное дерево. Тоже из рода кактусовых. Так. Ну, тут у нас мама всякие бутылочки держит. Я тоже всякие удобрения тоже купила. Это, значит, хризантем, наверное, высадит сад. Тут коровы, говорят, жрут. Подходят и жрут. Как уж они тут жрут? Все, говорят, нарциссы сожрали. Как уж они сожрали, я не знаю. Ну, наклоняется, наверное, жрут.